Однажды я поменяла пол, когда мне было 7 лет. В бассейне, который я посещала, был такой же запах, как и во всех остальных бассейнах. Удивительно, тот же самый запах. Где бы вы ни были. Нет бикини. «Тебе надо примерить это», — сказала моя мама. «Тебе надо примерить это. Может, лучше возьмем сдельный? Но остались только желтые и оранжевые, а тебе желтые тоже не нравятся, правда?» Это оказалось просто. Миссис Делавер. Да. Мы все любили и боялись ее. Она так горланила, что казалось, будто ей вшили громкоговоритель. Да. Здравствуйте, мои маленькие рыбки. Хорошо? Очень хорошо. Хорошие волосы. Отличная улыбка. Хорошо. Очень хорошо. Очень... Ты! Выпрямись! Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. А теперь запомните, только один из вас заберет домой это. Только один. Ладно. Давайте посмотрим, на что вы способны. Быстро в бассейн! Я стала мальчишкой, который ничего не боится. Ну, разве что одного. И я не притворялась. Я просто была собой. Это были 6 недель мальчишеской жизни. 6 недель блаженства. Пошел, пошел, Келли, Уолтер, догоняй! Хорошо, раз, два, правый, раз, два, правый, Дейзи, держи пальцы вместе, давайте живее. Я сказала живее. Ты мне еще утони тут. Когда тебе 7 лет, 6 недель это очень долго. Я думала, они никогда не закончатся. Что плавание это на всю жизнь. Не надо было ни о чем волноваться. Вода, что несла меня, казалась чем-то простым, естественным. Все было... идеально. Кроме одного. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый и стой! Левый поворот. На старт. Внимание. Марш! Yeah.
Мы рады, что Робин принимал участие в нашей программе. Ваш сын успешно сдал нормативы новичка и готов к зачислению на следующий уровень. Он продемонстрировал многообещающие результаты, и мы предлагаем вам отдать его в соревновательную программу подготовки. Робин, ты же 6 недель была там почти голой. Поверить не могу. Теперь ты заслужила бикини. И как я могла объяснить ей, что в этом нет моей вины? Ведь я ничего не делала. Я никого не обманывала, потому что никто ни о чем не спрашивал. И я никогда, ни разу, там не раздевалась.